Всем здравствуйте. Я, как обычно, не смогла пройти мимо арт-центр. Пойдемте посмотрим, как открыто все. Ой, машина сзади меня. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Что это за новый взгляд на скульптуру? Вот. Так. Так, сейчас тут написано, что это. Рука творца памяти Трезини. Скульптор Наг Арнольди, Швейцария, 2003 год, бронза. А, то есть это не совсем современное. Все-таки. Так. Так, пойдем дальше. Так, а вот там какая-то еще что-то есть. Тоже написано. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, это что? Нос майора Ковалева. Памятная доска. Нос майора Ковалева. Архитектор Бухаев, скульптор Габриадзе, 1995, мрамор известняк. О, что я нашла. Как хорошо, что я не прошла мимо. Такая бородавочка такая. О, классно. Это я удачно попала. Ну, такое неплохое место. Тут лавочки тут стоят. Так, это что? Это просто скульптура, ничего без надписи. Ой, слышите? Слышите? Это так гроза гремит. Ну, я думаю, что вы поняли. Не написано, чья. Просто скульптура. Так, пойдем дальше. Так, еще. Это что-то типа Пегасика, что ли? Лошадка какая-то. Сейчас почитаем. Так, крылатый морской конь из варяг в греки. Скульптор Каминкер, 2010-2011, гранит, металл. Вот. Так, скверик неплохой. Так, и еще какой-то один вот бюст. Так, бюст. Федот Шубин. Скульптор 1740-1805. Вот, это кто? Ну, дом явно старый. Ну, дворик хорошо сделан так. Что-то меня понесло по скульптурам. Ну ничего, у нас еще все впереди, еще есть время. Посмотрим и еще что-нибудь другое. А на этом я заканчиваю свою прогулку, посещение арт-пространства. Всем пока-пока, еще обязательно увидимся.